что, прав лишит? Чё вы мне тут устраиваете? Ты чё, ёпта? Ты что делаешь, пидорас? Чего? Я стою, жду, я ничего не нарушал. Чего? Я не понимаю, что вы хотите, я ничего не нарушал. Ты в аэропорту находишься, долбоёб. Какой аэропорт? Какой аэропорт? Аэропорт там, когда пройдет КПП. Мне хуй с тобой, иду на аэропорта, ёпта, дядя. Чё вы тут руки распускаете, я не пойму. Аварийная ситуация. Какой аварийный? Я стоял. Есть такое понятие остров безопасности. Если я там стал, я никому не мешаю. Смотрите. Две машинки зажали. Хорошо. Ну я как бы стоял. Выйди с машины, скажи, я не поеду. Ты еще начал чуть меня не сунуть. Ты, блядь, ни слова не сказал, когда я орал три раза в ритм. Кого орал? Я рядом с тобой стоял. Ну так если вы что-то хотите, я там мешаю. Подошли, сказали. Я стою, не нарушаю никаких правил. Нарушает, блядь. Какие? Федеральный закон, блядь. Островок безопасности. Островок безопасности. Он ведь не действует нихуя. Гаишники сами страхуют островка, блядь, ебаный урод. Ты, блядь, тормозить передо мной. Слышь, ты сейчас договоришься, вот реально. Тормози, тормози. Дебил, блядь. Тормози, сильно, что тебе надо? Что тебе надо? Договорюсь, давай, сделай так, что я договорюсь. Что? Один на один, давай. Что один на один, мы, блядь, не в ауле? Мне похуй, я что мне похуй?